А я сегодня день очень пиздатый. У моего братишки день рождения 30-й. У Суворова Вовки, может, кто его знает. Лично МС Анюта его любит и уважает. Поздравляю тебя, Вова, не только я. А еще дети Лиза, Вася и Саша жена. Мы тебе желаем счастья и здоровья, чтобы у тебя по жизни было все в норме. Ты меломан и музыку любишь разную. Ты любишь слушать винилки, и это классно. В Бангкоке ты работаешь шеф-поваром. Я тоже была поваром, и я тебе фору дам. Заботу рыжего не в поворот, и хлопот полная башка. Но Вова парень то, что надо, Надюхе угодить всегда. Ты любишь водку и рано на работку. Не хочешь просыпаться и сбрив отбородку. И тут понятно все, почему, братуха. Да потому что у тебя сегодня днюха. У Вовы днюха пиздатая. Почему? Потому что тридцатая. 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 Днюха пиздатая. Днюха тридцатая. Днюха пиздатая. Днюха тридцатая. Вова, днюхай еще раз и завязывай ты с этой водкой. Это поздравление от коллектива ресторана «Бангкок».